приехали вот в такой музей. Национальный музей Республики Дагестан. Заходим. Ой, как прохладно, как хорошо. Проходим сюда. Это карта Дагестана. Мы находимся вот здесь, в Махачкале. Смотрите. Карта Дагестана. Такие коридоры красивые. Добрый день. Меня зовут Рамзес. Я вас слушаю. Прекрасно, вы изучаете нашу карту. Здесь вы можете видеть 38 филиалов, которые относятся к нашему музею. Соответственно, не только крупнейший музей на Северном Кавказе, но и культурно-просветительский центр. Консолидированных фондов нашего музея хранится более 190 тысяч единиц хранения. И, соответственно, Алибек Алибекович Тахангоги. Он являлся и профессором МГУ. Родился он в селении Урахи Даргинского округа. Очень рано остался без отца. Поэтому мать вынуждена была отправить его, конечно же, на воспитание к своим двоюродным дядюшкам Баширу Магомеду Далгату. Они начинают заниматься его воспитанием. Заканчивает Владикавказскую гимназию весьма успешно, серебряной медалью. Перед вами копия аттестата зрелости. Ну и, конечно же, Владикавказе он встретил свою любовь. Прошел свидетельство, что люди от производящего хозяина, от производящего пришли к производящему. Итак, перед вами жернова, речные камни, которые имеют ладивидную форму и так называемые тирольщики или курамки. Переводим, конечно же, к наскальной живописи, соответственно, это эпоха синтетизма. И мы, это реплика. Итак, мы видим с вами, что красно-охрое изображены золотые козлы, солярные знаки, внутриутробная женщина. Перед вами копия из местечка Харатани-1. Центральной тренирующей фигурой является постать богини матери. Ну и, конечно же, эпоха медной эры. Я вас приглашаю в третий. После того, как Рима присушается на смену бурарской культурной исторической общности, приходит своя локальная культура и получила название от того местности, где были найдены артефакты. Гинчи, Кшаминский район, гинчинская культура. 10 и 11 формочки для испекания круглых пенцов. 30 поилка для маленьких детей, для них людей. 21-22 камень стол, полированный на балдашник скипетра, символ власти вождя. Большое количество астрологического материала. Перед вами пресвицы. Под номером 20 проколки, а под номером 18 возле с легкостью. Окончание Северной войны в 1721 году. Петр I действительно присоединяет часть территории, прорубает окно в Европу, и Россия становится империей. Не забывает он и про южные направления. Петропилов отправился тогда на Русь. Но знаете, эту теорию отвергала всегда его дочка. Она говорила, что Тарковский, он имеет отношение к какому-то польскому уроку. А вот сын говорил, да, на имеет отношение к Дагестану. Это такая интересная гипотеза. На Русском была простой виды кораблей, и все они были какого-то значения. Перед вами оригинальный пушист корабля Петра Алексеевича. Очень интересный занятный судьба вот этой малой пушки. До 60-х годов столетия эквивалент патронтажа, так называемая газовница. На ногах он носил сапоги из ремятной кожи, называются они чеки. Рядом фляжка, походное седло, ну и, конечно же, плеть. Какую нам дает эту информацию, мы сразу понимаем, это военно-дорожный комплекс. Суровый и весьма аскетичный. И, соответственно, переходим к женским костюмам ансамбля. Здесь я хочу сразу сделать оговорочку. Это все костюмы, которые представлены, за исключением мужского, свадебные праздничные костюмы, которые даже передавались по наследству. Итак, костюм ангельки. Здесь вы можете видеть, соответственно, своеобразный такой чохто, косичник или чепец, покрывало белого цвета, платье рубаха бурде, вышивка шелковыми нитями, вылочные сапожки. Сумочка называется чулок. Сейчас вот куда-нибудь посмотри. Девушки ходят с шоперами откуда-то с Турции, пришла эта мода. Мы не претендуем на оригинальность, но эти шоперы у нас были испокон веков, скажем так. Итак, перед вами неразлучная пара. Подкувшинник и кувшин. Он и без воды. Который жил очень высоко в горах, ставили этот сагур, делил хозяйственную часть от жилой. Итак,
Обратите внимание, тот дверной проем малый для женщин. И женщины на своей стороне хранили все, что им нужно для домашнего обихода. Большой для мужчин. И мужчины на своей стороне хранили все, что им нужно для практической жизнедеятельности. Ну и, конечно же, здесь присутствует эстетическая сторона этого цамбура. Во-первых, перед вами благородная порода древесины. Это дуб. Элементы пашни. Здесь вы можете видеть мощные солярные знаки. Сверху куфические надписи. Мы были с вами в зале археологии. Я вам показывал пиктограмму. Назвал ее «Древо жизни». Сосуд 4 тысячелетия до нашей эры, Сагур, середина 12 века. И обратите внимание, вам вот эта часть напоминает тот рисунок древа жизни. Потому как древо жизни, оно наших некоторых народов являлось сакральной частью. Скажем так, оно соединяло три мира воедино. Это, конечно же, наш повседневный мир, в котором мы сегодня пребываем. Нижний мир, где, соответственно, кожа, это загробный. И вот где крона, это, конечно же, божественный мир. Вот такое сакральное значение имеет. Итак, эти народы, они компактно живут на юге, между собой они как бы дружат и, соответственно, конечно же, граничат. Но исторические судьбы сложились таким образом, что на определенном историческом повороте они, соответственно, конечно же, рядом с Персией вот, находились. И поэтому, соответственно, такое было большое разнообразие вот таких вот красивых материалов. Пряжки, обратите внимание, ювелирное производство наших мастеров. Ну и, конечно же, основа была материчатая или кожаная. Даже вот эти вот джурамбы, носочки, вот этот цветок, он также перекочевал к нам из Персии. Ювелирное производство наших мастеров вы можете видеть в этой витрине. Это работа наших замечательных кубанчинских мастеров. Не менее.